Мы поставили ловушечку и думаю, что через некоторое время мы словим бродячий рой. Вокруг местность, позволяющая словить как раз дикий бродячий рой. Рядом, недалеко, пойма реки, дерево соответствующее, ель большая, вы наблюдаете. Вот и сама вот река недалека. Речушка недалеко. И вот как раз можно будет им брать воду. Это благополучно скажется на поимке бродячего рыба. Вот, если вы видите, вот еще один вариант. Мы повесили ловушку и будем ждать рой. Высоковато, но зато эффективное дерево. Вот повесили еще одну ловушку. Уже другой формы, приближенная к колоде, ближе к природе. Вот такая ловушка, колода установлена. И будем ждать будущего роя. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, следите за дальнейшим видео, как мы будем ловить рои. Всем удачи, благополучия!